самое крупное сооружение Тимуридского Самарканда, кафедральная пятничная мечеть, построенная перед самой смертью Тимура в честь завершения индийского завоевательного похода, окончившегося в 1399 году. Народ связывает это огромное здание с именем любимой жены Тимура Биби-Ханум. Легенды утверждают, что между главным архитектором мечети и царицей вспыхнула любовная страсть. Биби-Ханум убеждала влюбленного в нее архитектора, что женщины вроде бы все одинаковы, и не стоит рисковать жизнью ради любви к ней. Но архитектор был влюблен без памяти и не желал слушать ничего. Когда же все открылось, он сделал себе крылья и, прыгнув с огромной высоты построенной им мечети, сумел уйти от преследователей, улетев за холмы Афрасиаба. Тайна эта скрыта в веках. Во дворе стоит мраморная подставка для Корана с надписью, свидетельствующей, что эту ритуальную подставку подарил мечети во искупление грехов Улугбек, внук Тамерлана.